Всем привет! Сегодня готовлю одно из любимых с детства лакомств – пирожное картошка. Вкусное, нежное – это пирожное любят абсолютно все. Рецепт очень простой, смогут приготовить даже дети. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Поехали! Для приготовления пирожного нам понадобится обычное печенье сахарное, сливочное масло, сгущенка, какао и орехи и кокосовая стружка для украшения. Но это по желанию, можно и без них. Начинаем. Сначала пропускаем через мясорубку печенье. И одну ложечку печенья я сразу отсыпаю тоже для украшения. Смешиваем сгущенку с хорошо размягченным сливочным маслом, но не топленым. Добавляем какао. Все пропорции будут указаны в описании. И хорошо перемешиваем. И теперь добавляем печенье и снова все хорошо перемешиваем. Все, тесто для пирожного готово. Если кто-то хочет получить прям однородную консистенцию, можно перебить это все еще блендером. Но мне нравится, когда вот так попадают мелкие кусочки печенья. Начинаем формировать пирожное. Я уже подготовила лист, на который буду выкладывать пирожное, и обернула его пищевой пленкой. Формировать пирожное буду в перчатках, мне так удобней. Набираем столовой ложкой и формируем тот размер, который вам нравится, и ту форму, которую вам нравится. Украшаем пирожное. Вот так получилось украсить пирожное. Часть получилась с орехами, часть с песочной крошкой и часть с кокосовой стружкой. Теперь отправляем в холодильник на 3-4 часа. Пирожное готово. Я думаю, нет смысла расхваливать пирожное и говорить, какое оно вкусное. Всем и так это известно. Обязательно пробуйте приготовить и делитесь в комментариях, как вам. У меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте вкусно!